нюхает, подходит, нюхает. И вы уже воду всю вылили. Вот засранцы, мальчик. Иди сюда. Иди сюда, мальчик. Иди, мальчик, красавчик. Иди, привет, Пиарочка. Так, это не свидание уже. Уже подходит, нюхает весь. Подходит, нюхает. Ой, боюсь, ну нюхаю. Два. Девс. Вообще спокойно. Я вообще думала, что он будет больше всех. Больше оказалось всех. Мы. Мы языки, ну да, вчера возмущались. Привет. Мальчик. А ты сладкий. О, сладкий, ты сладкий. И мы же тоже сладкая, да. Привет. Ну ничего, он же подшипывает, ну. Да, мамин сын. Мамин такой весь сын, господин. И ты, девочка, красивая. Ага, можно и в маму поиграть. Дю-бу-дю-бу-дю. Что? Что? 8. Хватит рычать. Ты чё? Они там Зевс сидит, да? Да, прижался, потому что маму надо, чтобы гладили тоже. Больше всех надо его, чтобы гладили. Вон какая грива должна расчесываться. Ну, вообще так-то да. Мало того, что кабанчик такой толстый. Обо! Обо! Иди сюда! Ну, я надо, чтобы все гладили. Всем причем. Причем всем. Хабиби полы помыла? Да. Она вчера ноги вымыла, потом полы помыла, да? Не надо в маму играть, это мама... Хозяйственная дама. Нет. И Зев сидит такой, ожидает свои порции. Конечно, скажи, я ожидаю. Ожидун маленький. Маленький ожидун. О, вот оно. Да. Так она вчера двумя лапами стояла. Она сейчас двумя... А, одной? Одной сейчас стоит. Так, нет. Маму играть.